21 апреля, и у нас вот такая хрень. Снег пошел. Сороки трещат, возмущаются. Все зеленое. Мало того, что зеленое, все цветет. Вишни цветут, ну, с другой стороны. Я их попозже покажу. Куда ты лезешь? Ну куда? Хорошо, хоть температура плюсовая, хотя уже до фени. А вот снегопад утих, вернее, это был снег с дождем. И я вышел поснимать немножко с другой стороны. Показать. Вон дятел. На сухом дереве был, улетел. Так вот, вышел показать, какой армагеддон творится сейчас. Здесь. Ведь еще каких-то 2 недели назад я уже ходил в футболочке, в рубашечке с коротким рукавом. А теперь вот, вот груши зацветают, начали уже цвести. Грушам можно сказать, наверное, до свидания. Хотя вот конкретно по этой груше я особо скучать не буду. Это лимонка, она на сок не годится, так покушать немножко можно. Снег за воротник. Так покушать немножко. Ну и на варенье, но сильно много сахара на нее уходит. А вот вишня цветет. До свидания, вишня. Вишням до свидания. Да. Ага. Вот еще одна вишня. Ну, абрикоса у меня отцвести успела, она ранняя. Вот яблони зацветают, колоновидные. Так. А вот там у людей еще есть абрикосы, цветут. Цветут абрикосы у людей. А пчела не летает. Плюс дожди со снегом. Всю пыльцу уносят. Да, очень необычный пейзаж. Тюльпаны на фоне снега, горох вот у меня из-под снега растет. Такие вот подснежники, да, там вон петрушечка, лучочек, щавель, снежный щавель. Да, ребята, вон и крыжовничек начинал зацветать. Короче, такая вот задница. Я такого не помню. Есть у меня подозрение, что будем мы и без ягод, и без фруктов, без большинства. И цены на эти фрукты на базарах будут. Ой-ой-ой-ой-ой. Да и в супермаркетах, наверное, тоже. А вот еще тоже. Флоксы полезли было. Вот, флоксы. И все завяло. Ладно. Будем ждать улучшений. Есть 2 извечных вопроса. Что делать и кто виноват? И ни на один из них нет ответа. Непонятно, что делать. Непонятно, кто виноват. Впрочем, на вопрос, что делать, можно ответить так. Снять штаны и бегать. Больше ничего не остается.